Всем приветичек! Всех еще раз с Новым годом! Так вот, Давидик, давно мы вам не показывали распечатку посылочек. Вот сегодня забрали с почты. Вот, правда, посылочка должна была прийти где-то числа 31-30 перед Новым годом. Ну, к сожалению, пришла сейчас. В общем, тут, как всегда, одежда для Давида. Да, такой вот у нас веночек был красивый на Новый год. Давидик маленький. Дава, поздоровайся. Привет. Сейчас распечатаем посылочку. Так, сейчас мы ее встроим. Я еще тоже не сдаю. Тут должно быть две шапочки и футболочка с длинным рукавом. Сейчас все покажем. Так, вот такой пакетик. Пришел с такой наклеечкой. Это фирма Евдокидс называется. Вот. Значит, вот. Евдокидс. Так, сейчас настроится. Сейчас я вам где-то покажу еще. Так, значит, вот такая вот футболочка. И тут две шапочки должно быть. Так, сейчас я их открою и вам покажу. Такая футболочка с красным рукавчиком. Посередине она беленькая и с елочкой. Ребенок года называется. Впереди ровненькая, а сзади такая, как закругленная, немножко длиннее хвостик. Ну, реально она на него большая. Ребята, ну что это такое? Хорошее качество хлопка, хороший, но она большая. Вот Евдокидс. Сейчас вам покажу. Размер это был, ну правда размер, конечно, по-моему, 104, это, по-моему, на 4 года. Ну, там по параметрам, вот этот Евдокидс, там как бы по параметрам подходило Давиду. Сзади она просто беленькая. Хорошая она, мягенькая. Швы хорошие, прошиты. Такой принт. Веселая футболочка. Так, сейчас посмотрим две шапочки. Хоть бы шапки были небольшие. Так, и вот такие две шапочки. Одна сверху с ушками или с рожками. Серенькая. Цвет такой серый меланж. Она сделана такая, как резиночкой. Заворотиком. Заворотик тут пришит. Так, это тут ихняя марка. Лейбл ихний. Серенькая, такая с ушками. Теплые шапочки двойные, одна и вторая. Так. Упакованные они, конечно, красиво. И вторая черненькая, тоже двойная. Тоже трикотаж. Ну, он сделан не резинка, а просто трикотаж. И такая голограмма. Тут впереди босс. А, так блестит прикольно. Видите, как классно блестит. На солнышке будет вообще сверкать. Вот тут солнышко покажу. Такой Давид Босс будет. Тоже двойная шапочка. Ну, тоже могу вам сказать, что размеры такие, они большие мерят все. Я не уверена, что Давид весной сможет эти шапки уже носить. Мне кажется, они большеваты на нем. Вот такие вот покупочки у нас получились. Две шапочки. Одна, вторая серенькая, одна черненькая. И такая футболочка с длинным рукавом с елочкой. Ребенок года. Ну, видимо, в этом году ребенка года не получится в этой футболочке. Наверное, я ее оставлю на второй год, на следующий. Это ему будет почти... Так, сейчас ему 2,9, это ему будет 3,9. Вот как раз она на него будет. В следующем году, на Новый год, я ее как раз-таки и одену. Чтобы в этом году она ему большая. Вот такие вот покупочки. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока. Еще раз с Новым годом. Пока-пока. Целую.